Опять метель. Да что ж такое? Засыпает, подтаивает, опять засыпает, заметает. Что делается? А напротив нас исчезла эта остановка. Ее демонтировали. И вот люди вот так вынуждены ждать. Дороги чистят. Сгребается вся эта вот снежная каша. Все это сгребается на край дороги. И людям потом перелезать через это все. Все стали спиной к ветру. О, счастье! Пришел автобус. Как приходится перешагивать через эти сугробы, чтобы попасть в этот автобус. Да. Ничего не видно там. Пелена такая идет. Ну вот, вид из окошка. Кстати, это окно спальни, которое выходит на юг. Видно, как метет. А температура 0-1. То есть снег мокрый. Погодка не очень-то приятная. Вот та машина все стоит с 12 числа, с первой метели. Ну, сугроб уже выше крыши. На этом окошке у меня цветы какие? Денежное дерево. Цветет герань пеларгония. Остальные отцвели, пока не цветут. Ну, вот бутоны набирают. Будут скоро цветочки. Тут мои стрептокарпусы подрастают. Детки. И вот детки герани, которые, когда я обрезала, мне было жалко выкинуть. Я просто их сунула в горшочки. Ну вот они там растут. По-моему, это вот от этой герани. Да, я ее обрезала. Она теперь цветет опять. Такая маленькая. Ну, вот люди опять зашли на остановку.
Ждут автобус. А остановочного-то комплекса нет. Собачка пришла в надежде, может быть, что-то там. Ой, вторая. Может быть, кто-то что-то даст. Вот автобус едет. Да. Мокро, слякоть. Мокрый снег. Это у нас конечная остановка автобуса.